Друзья, всем привет! Сегодня будем работать в первую очередь со старыми ступицами от «Жигулей». Понадобится нам их аж две штуки. Ну, а также нам понадобится еще куча разных железяк и еще больше разных железяк. В общем, как вы, наверное, уже догадались, сегодня будет много железа. Сразу предупреждаю любителей ярких вспышек, что количество сцен сварки я постарался свести к минимуму, но это исключительно ради всеобщего блага, ну и, конечно же, экономии времени. На этом я замолкаю на время и берусь за дело. Вам приятного просмотра, погнали! Посчастливилось мне найти такой вот еще рабочий движок от уже не рабочей бетономешалки, но для нашей самоделки, в принципе, подойдет практически любой движок, какой у вас есть, и как раз от этого момента и зависит весь размер всей этой станины или каркаса нашего станка, поэтому размеры вышеуказанного изобретения вы можете делать какие вашей душе угодно, лишь бы все влезло и совпало. Thank you.
Ну что ж, наконец-то все нудные процессы сверления, точения, пиления позади, станок в сборе, в цвете, и уж очень не терпится его поскорей, как говорится, обкатать. Быстренько настраиваем высоту улавливателя ленты и приступим. Первое, что под руку попалось, это кусок ДСП, поэтому с него сразу и начнем. Мелочью баловаться не вижу смысла, так как вживую этот станок выглядит даже очень многообещающе. Друзья, много разглагольствовать не буду по поводу самоделки. Отмечу только один самый главный и большой ее плюс. Это то, что этот станок ленточно-пильный разбирается буквально весь до винтика. Использование ступиц с барабанными дисками в качестве валов как раз позволяет не приваривать их наглухо, а сажать на болты. И в случае, если вы что-то кривовато приварили или что-то повело при сварке, то все можно исправить посредством, например, подкладывания шайбочек куда надо и таким способом все отрегулировать, как требуется для качественной работы данного агрегата. Ленту я предусмотрительно купил по металлу, поэтому попробуем ее использовать не только на деревяшках, а, конечно же, пильнем и железяку. Лично я своей работой очень доволен, впечатлен. Будет интересно также узнать ваше мнение по данной самоделке. Пишите все в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Всем крепкого здоровья. Пока!